Добрый день. Находимся мы в городе Сумы на самой центральной остановке. Рядом здесь Макдональдс располагается. Вот это вот такие киоски были КП «Электавтотранс» по инвестиционному договору заказаны. Вот. А вот прекрасное табло электронное, которое производит Фокс и Тайла. Вот такой частный подрядчик КП «Электравтотранс». Это табло уже второй день не работает, такие сбои постоянные. И самое удивительное, что для того, чтобы протянуть большую закупку этих табло, уже пытались даже регистрировать общественную петицию и, так сказать, прикрываясь людьми, заказать эти табло и изготовить. Эти все закупки происходят без тендеров, без конкуренции, без проверки качества. Скажем так, на личное усмотрение директора КП «Электравтотранс», так сказать, из каких-то личных соображений или связей.